В Югре стартовали соревнования по конной выездке. Спортсмены и их грациозные четвероногие партнеры будут выступать в четырех возрастных категориях. По итогам состязаний сформируют сборную команду Уральского федерального округа для участия во Всероссийской спартакиаде. О соревнованиях расскажет наш корреспондент Михаил Кичигин. Он сейчас на тренировочном манеже. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Мы сейчас находимся на территории конно-спортивного клуба «Мустанг», где сегодня проходит чемпионат и первенство Уральского федерального округа по конной выездке. Спортсмены из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской, Челябинской и Свердловской областей будут бороться за призовые места. Всего прибыло 68 участников. Подробнее о конной выездке нам расскажет судья соревнований Сергей Тагирович. Добрый день. Конная выездка – это действительно один из интереснейших видов спорта, включенный в программу Олимпийских игр. И в данном соревновании от спортсмена и лошади требуется продемонстрировать умение выполнения элементов по схеме. То есть заданная схема, которую выполняет спортсмен, едет четко по буквам, демонстрируя равномерность, движение лошади, ее раскрепощенность. И таким образом судейская коллегия, которая уже непосредственно оценивает выступление, она выставляет оценки от 0 до 10. Соответственно, тот спортсмен, который получит наивысшую оценку, допустим, все десятки, он становится автоматически победителем. То есть такой вот вид соревнований. Скажите, в каких группах будут соревноваться спортсмены? Сегодня, так как это чемпионаты первенства, то есть у нас соревнования проходят среди детей, юношей, юниоров и взрослых спортсменов. То есть все категории здесь представлены на этом чемпионате. А что ждет победителей после призовых мест на сегодняшних соревнованиях? Ну, спортсмены, которые уже непосредственно покажут лучший результат, которые станут победителями, они будут отбираться уже на спартакиаду молодежи России, который более главное соревнование в стране, которое проходит выше рангом, и которые уже примут участие представлять свой регион на вот таких вот главных соревнованиях страны. Спасибо, Сергей Тагирович. Соревнования по конной выездке будут проходить с 27 по 30 мая. В последние два дня запланированы еще и соревнования по пони-спорту. Здесь также будут проходить забеги, и двух лучших спортсменов отправят выступать на Красной площади. А на этом у меня все. Евгений. Спасибо, Миша. Желаем удачи участникам.